Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу вам показать свой заказ с интернет-магазина New Chic. Заказала там... Вообще, на самом деле, меня очень сильно удивил этот заказ. В хорошем плане я прям вот ору от восторга. Настолько мне действительно понравились эти вещи. Я себе заказала там одно платье. И, наверное, ну, я так думаю, что, может быть, я его и одену на Новый год. Единственное, что я хочу его как-то обыграть аксессуарами, как-то уложить красиво волосы, и мне кажется, будет потрясающе. Тем более цвет как раз соответствует будущему Новому году. В общем, давайте сейчас вам все покажу. И также не забывайте, что ссылочки я вам оставлю внизу в инфобоксе. И вот это платье, о котором я вам говорила. Я, конечно же, покажу, как все смотрится на мне. Оно такое достаточно длинное. Идет у него поясок. Но я не буду носить с пояском. Мне как-то вот больше нравится, когда оно такое немножко свободное. Это обычное такое хлопковое платье. Как платье, не знаю, как там, платье-футболка, типа того, да, такой вот идет лапшой, но у него очень интересные рукава, то есть видите, как они сделаны, значит, все вещи я уже постирала, погладила, ничего не село, ничего не расползлось, ничего не перекосилось, я не знаю, никуда ничего не делать, все после стирки все в отличнейшем состоянии. И вот эту изюминку придает именно вот этот рукав. Я его уже погладила. Нигде не торчат никакие нитки. Все очень, видите, ровненько, аккуратненько сделано. Конечно, все это пришло мне в пакетиках и было вначале немножко мятое. Но погладить, постирать и просто супер. Я сейчас покажу вам, как оно смотрится на мне. Итак, вот это платье серое. Вот так вот выглядят рукава. Мне кажется, прикольно вообще. Вот, одела я его с туфельками со своими. Как вам? Мне очень понравилось. И, кстати, сзади забыла сказать, у него есть вот такой разрезик классненький. Но оно очень такое приятное, хлопковое к телу. Не знаю, как-то красиво, знаете, распустить волосы, накрутить их. И, в принципе, неплохое платьице. С туфельками вообще хорошо смотрится, на мой взгляд. Вот. Или что-нибудь найти понаряднее, я даже не знаю. Но вот без пояса мне нравится больше. Оно такое, видите, свободненькое здесь. И как-то вот так симпатичнее, что ли, смотрится. Не знаю, мне нравится. Вот, или... Ну, не знаю, такие рукава. Классный. Мне очень нравится это платье. Я прям в восторге от него. Так, следующая вещь. Это вот такой классный свитерок, девочки. Цвет называется зеленое яблоко. И он реально как зеленое яблоко. Вот если сейчас пойти в магазин, да, и купить зеленые яблочки, вот он будет точно такого же цвета. Во-первых, девочки, очень-очень мягкий свитерок. Просто потрясающий. Он настолько мягенький, плюс вот эти косы, я его уже отгладила, тоже постирала, и он достался таким же мягеньким, нигде ничего не разошлось, швы никуда не делись. Слушайте, оно реально просто потрясающее. Мне очень понравилось качество. Видите, все абсолютно ровненько сделано, все просто, я не знаю, на мой взгляд, вообще потрясающе сделано. И такое мягенькое-мягенькое. Я бы подумала реально, что это кашемир. Тоже сейчас покажу, как смотрится на мне. Мне кажется, с джинсами вообще потрясающе. А вот эти вот рукава, они, конечно, немножко мне коротковаты, но для меня это не является проблемой, потому что я всегда все рукава, ну, как бы наверх поднимаю. Это у меня есть такая история. Но свитерочек вот этот очень вам советую. Он такой классный, классный, классный. Так, и вот этот свитерок. Вот видите, рукава вот так вот мне доходят. Я рост 1,65 м. Я рост 1,65 м. У меня рост 1,65 м. В общем, с джинсиками тоже. Смотрите, как классно смотрится. И такой цвет. Вот сейчас камера его правильно передает. Такой прям как яблочный такой. Слушайте, я прям в восторге. Мне очень нравится. Как вам? Напишите. Но он классный. Вот сейчас правильно цвет передает. Моя лампа. Слушайте, ну классная. Это мои любимые джинсы Клюш. Но свитерочек вообще мягенький, такой приятный к телу, и типа горлышку идет. Класс, мне очень нравится. И то, от чего я вообще в полнейшем, я не знаю, в дичайшем восторге, это вот эти вот потрясающие зимние кроссовки.
Я заказала себе беленькие, точно такие же есть, только в черном цвете. И, девочки, меня настолько удивило то, как они сделаны. Во-первых, они ко мне пришли, нигде ничего не помялось, не порвалось, ничего такого не произошло. Во-вторых, они идут и внутри на меху, это мех искусственный, и сверху сделаны вот такие пушистики. Но я могу сказать, что я, когда заказывала, очень боялась, что вот этот мех, который сверху, он будет очень такой, ну, я как бы, знаете, такой вот прямо синтетика-синтетика плешивая. Нет, посмотрите, как классно он сделан. То есть это как бы такой идет, ну, как отворот вот сюда, видите, на кроссовок вот таким образом сделано. Здесь идет тоже шнуровочка, которую можно по-всякому по-разному регулировать. Вот такая у него подошва. И смотрите, девочки, всю обувь с сайта New Chic я заказываю на размер больше. У меня 39 размер, я заказала 40. Вообще я всегда беру по длине стопы, то есть нужно измерить длину стопы и брать, да, но вот четко на размер маломерят. И вот эти вот серые, кстати, штучки, они как светоотражающие такие, я не знаю, на камеру, наверное, на камеру они выглядят более темными, а вообще вот это вот все, это светоотражающие такие, знаете, вставочки. Слушайте, я от них просто без ума. Они такие классные, мягенькие, теплые, прямо размер в размер. Даже я могу еще одеть теплый носочек сюда, но не сильно толстый, конечно, он такой тепленький. Но посмотрите, какая-то милота, девочки, просто потрясающе. Я не знаю, я когда их увидела, распаковала, я просто заорала вообще, потому что реально я думала, что, ну, знаете, вот бывает такое, что вот эта вот меховушка, она такая, знаете, вот полуплешива, а здесь нет. Вы посмотрите, какие они классные, девочки, вообще. Вообще, я так довольна, вы себе не представляете. Тут есть какая-то надпись еще, конечно, вот. Но они такие миленькие. Я их очень сильно советую, тепленькие. Я сейчас буду в них щеголять, вообще супер. На самом деле, очень удобно зимние кроссовки на меху. Знаете, в каком плане? Вот я, например, детей отвожу в садик, да, садик, в школу. С утра, ну, как бы вообще некогда ничего. Я просто ноги сюда засунула, даже можно без носка, и побежала, отвезла в садик. Или там нужно куда-то выбежать, там, я не знаю, за хлебом, за булочкой, на почту, там еще куда-то. Одели и побежали. И тепло, и комфортно, и уютно. И, кстати, я не думаю, что они будут скользить. У меня, кстати, спрашивали, видите, они здесь сделаны как какие-то пупырочки такие. Я думаю, что все будет супер просто. Я ору от восторга, и это реально вот, ну, то есть я ожидала худшего качества, как от платья и свитера, так вот от этих вот. Тоже сейчас покажу, как смотрятся они на ножке. Но они же милые, девочки, ну вообще прям красота. Ну и вот звезды моего заказа, можно так сказать. Я еще так сейчас оделась, светлые свои джинсики. Правда, не зашнуровала кроссовки. Я на самом деле не умею нормально шнуровать кроссовки. Мне обычно муж это делает. Как не позорно это звучит, но это правда. Вот одела белый бадлон. Мне кажется, сюда можно либо какой-то такой укороченный пуховичок. Ну, такой неприталенный, знаете, такой расслабленный, скажем так, да. Либо какую-то жилетку, может быть, или что-то такое, да. И просто прятаться в сугробах, да. На самом деле, девочки, как я от них балдею. Они же ж такие классные, мягенькие. Я, правда, там без носков. Но просто вы посмотрите, какие красы, красотулечки. О, я балдею, мне очень сильно нравятся, девочки. Напишите, как вам. Ну, для тех, кому белый непрактичный цвет, хотя я живу в городе Санкт-Петербурге, и вы знаете, что у нас чаще всего бывает слякоть, то это точно такие же есть в черном цвете. Вот прямо один в один, только черненькие. Очень классные. Слушайте, мне так нравится. Я вообще люблю и зимой носить что-нибудь светленькое. Мне кажется, ну, это как-то выделяется из толпы. Красота. Слушайте, я не могу. Какие они классные, девочки. Я вам очень советую. Но имейте в виду, что на размер больше нужно обязательно покупать. Так что вот такая вот я зимняя красотуля. Да.
Так что вот такой вот у меня получился заказик. Напишите, как вам. Но я, когда получила его, я, честно, я прям орала от восторга. Настолько мне понравилось. Особенно вот эти кроссовки. Я не знаю, вот просто... Просто, я не знаю, моя мечта, можно сказать, сбылась, потому что они такие миленькие, пушистенькие. Ой, красота. В общем, не забывайте, что все ссылочки я вам оставила внизу в инфобоксе, так что переходите, смотрите. Ну, а я на сегодня с вами буду прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч.